Подведение итогов работы организации строительной отрасли – традиционное мероприятие. Это и своеобразный соревновательный принцип, несомненно, стимулирующий к работе, и моральная поддержка работников, чьи результаты все-таки признаются лучшими. В кабинете Мозырского УКС наград немало. Из последних – в 2012 году управление получило награду за строительство школы номер 16. В прошлом – победа в номинации «Объект года» за строительство первого в республике арендного дома. Нынешняя – в номинации «Организация года». В 2014 году у нас произошло несколько значимых событий. Это вышел указ президента номер 26, согласно которого все организации строительного комплекса подлежат обязательной аттестации и сертификации. В Мозырском УКСе был полностью аттестован весь персонал по направлениям строительной деятельности. У меня каждый технадзор получил минимум 4 аттестата, то есть штат полностью у нас укомплектован квалифицированными кадрами. УКС Мозырского района был аттестован на первый уровень ответственности, что тоже регламентируется указом президента номер 26. Награда – очередное доказательство того, что работать наши строители умеют, достижения есть, и результат оценен на самом высоком уровне. Надо отметить, что дипломами отмечены еще две мозырские строительные организации. В номинации «Продукт года» «Энергоэффективность» победил домостроительный комбинат за свои многослойные панели, а «Полесье проект» получил награду в номинации «Объект года» за строительство дворца спорта в Жлобине. Уже сегодня мозырские строители ставят перед собой новые планы и задачи. Это значит, впереди новые победы. Илона Шавловская, Вячеслав Пересыпкин, телеканал «Мозырь».